Всем привет, друзья и гости нашего канала. Халил. Всем привет. Видите, что мы делаем? Мы сейчас будем готовить ужин. Халил нарезает мясо. Это будет мясо с овощами в горшочках. У нас такие вот большие горшки. Один горшок на две порции. Поэтому две вполне достаточно. Один сегодня съедим, а второй завтра. Будем нарезать перец зеленый и перец красный, три помидора, две луковицы, три зубчика чеснока достаточно, полкилограмма мяса, и еще будет картофель. Также можно сюда класть баклажаны. Ну, во-первых, у нас их нет, а во-вторых, я их не люблю. Поэтому без баклажан. А кто хочет, может можете класть баклажаны. Но их предварительно, как мы делаем, мы поджариваем их на сковородке, чтобы они были мягенькие. В общем, сейчас мы нарежем все, друзья, и покажем вам. Не пришла моя гирлянда. Я жду гирлянду. Карго должны принести мне гирлянду, чтобы уже доукрасить комод. Ну, не пришла. Поэтому я ждала сегодня. Сегодня воскресенье. Обычно Карго не работает в воскресенье. Хотя иногда приносит и воскресенье. Так что жду. Вот принесут гирлянду завтра, в понедельник. Я уже украшу комод. И все. И я думаю, на этой неделе уже будем наряжать елку с вами. Так, друзья, мы предварительно смазали сливочным маслом дно горшочков. И сейчас вот у нас полкилограмма баранины. Разделяем на два горшочка. Половину сюда, половину сюда. Мы решили, что два горшочка это мало. Потому что у нас, видите, много перца, картофель, помидоры. Помидоры предварительно мы очистили от кожуры. В общем, будет у нас три горшочка, не два, а три. Потому что два, да, маловато. И сейчас я разделяю вот это вот мясо, буду раскладывать в горшочки. Вот так вот получилось. Так, сейчас будет лук и овощи. Так, сейчас я буду перчить, солить мясо немного, потому что еще потом я буду овощи перчить, солить. Поэтому вот так вот чуть-чуть. Достаточно. И кладу еще тимьян. Все. Так, теперь кладем лук. И чеснок. Лук и чеснок. Все, сейчас нарежем. Овощи. Духовку предварительно включаем 200 градусов на час, я думаю. Будем смотреть по готовности. Итак, друзья, мы нарезали овощи все. Немного томатной пасты, столовая ложка. Посолили, поперчили. И теперь я буду класть это все в горшочки. Добавляем воды. Где-то вот так вот. Половина горшочков должна занимать вода. И у меня немного есть сливочного масла. Сейчас по чуть-чуть я добавлю в горшочки. Я накрою фольгой. Минут 20 постоят в фольге. Затем я открою горшочки, чтобы не сгорело, чтобы не сгорели овощи. Все, друзья, ставим духовку на 20-30 минут. Пока. Итак, друзья, наши горшочки готовы, вернее, еда в них. Вы знаете, где-то полтора часа стояли в духовке, потому что вот в этой вот глиняной посуде, в этих горшочках, готовится дольше, чем в стеклянной. Поэтому, да, полтора часа. Все готово, я попробовала на вкус, очень вкусно. Халил будет ужинать.
Очень вкусное мяско с овощами, супер. Здесь салатик, хлебушек, соленье, перчик, чтобы запекло во всех местах. В общем, вот такой вот у него ужин. А, и лимонадик. Все, вот это вот он ужинает. Правда, сейчас очень поздно, я ужинать не буду, я перед этим ела. Вот, так что ему приятного аппетита. Итак, друзья, вот только что приходила служба доставки и принесли мне 4 пакета. Сейчас мы посмотрим. Дай бог, чтобы все подошло. Все, что было на картинке, дай бог, чтобы оказалось таким же в реале. Сейчас посмотрим. Все пришло, все, что я заказывала. Вроде ничего, все нормально. Это я заказала вот такую вот елочную гирлянду. Знаете, как ветки елки, но одна 5 метров. Я заказала 2. Мне нужно украсить комод. Видите, она на проволоке и как елочная веточка. Так, здесь 5 метров и здесь 5 метров. Ну, хорошая, я думала, будет хуже. Ничего, нормально. Может быть, кому-то, знаете, кто-то покупает для поделок. Можно для венка на дверь, который вешается. Ну, для комода. Ну, кому как. Кому для чего нужно. Вот. Значит, здесь у меня 10 метров. Дальше. Дальше у меня пришла гирлянда. Вот такая вот. Здесь 5 метров без батареек. Я сейчас ставлю батарейки, мы специально купили. И покажу вам, как смотрится она. Здесь 5 метров. В общем, сейчас я соединю. А, ну ладно, это... Хочу их соединить вместе, чтобы были попышнее. Плюс гирлянды и украсить комод. Дальше. Вот такие вот 3 елочки я заказывала заснеженные. Сейчас они очень актуальны, модны. Здесь вот выровняю немножко. 3 елочки. Так, ничего, симпатичные. Симпатичные елочки. И еще знаете, что я заказала? Я заказала 12 пар носков себе. Такие для дома носочки. Не короткие, удлиненные. Сейчас покажу. Ну, вот такие вот, да, тонюсенькие, тоненькие. Я что-то думала, что будут чуть-чуть потолще. Чуть-чуть потолще. Ну, так себе. Ну, они дешевые, как бы были. 12 штук стоили 115 лир. Поэтому, да, тонюсенькие. Немножечко потолще было бы вообще хорошо, но ничего. Так, значит, здесь 4. Теперь вот такой вот цвет. Ну, в принципе, мне это было не актуально, какой цвет. Так, для дома носочки. Вот такие вот, друзья, здесь... Цветочек черный, здесь в полосочку, клубнички. Все, естественно, одинакового качества. Ну, ничего, под спортивный костюм, чтобы было не холодно, потому что мои уже старенькие, хотела обновить. Ну, можно было побольше серых всунуть в пакет, но больше здесь черных. Ладно, не важно, это все не важно, просто так. Для дома это, для дома нормально. Нормально, вот эти симпатичные. И цена очень хорошая, мне понравилась цена. Короче, друзья, гирлянды, я вообще разочарована. Во-первых, пока я открыла, чтобы вставить батарейки, вот эту вот коробку, я чуть с ума не сошла. Пришлось поддеть ножом, она не открывалась. А что самое ужасное, знаете, что здесь просто один режим. Просто он включается, лампочки не мигают, вот так вот он будет. Что это такое? Ну, что это такое? Я как-то, знаете, когда выбирала, не посмотрела. Ну, как бы во всех гирляндах много режимов, сколько мы брали гирлянд. А здесь просто вот так вот будет гореть и все. То есть никакого мигания. Ну, немного я расстроена, конечно. Пусть уже остается, что... Менять, ездить сейчас, ехать в этот пункт, карго. Пусть будет уже. Ну, блин. Вот когда выбираете с веб-сайта, надо все детали, конечно, смотреть. Ну, как я вот так вот лоханулась, а? Я не думала, что, может быть, без режимов. Просто будет гореть и все.
Без мигания, без мерцания. Ну, ладно уже, пусть будет так. Странно. Вставила батарейки, все. Еле вставила, еле открыла эту коробку. Ёлки-палки. Ой, ну что, сейчас пойду уже наряжать комод свой. Последний штрих у меня остался. Так, елочки, ничего. Ну, пойдут нормально. Я чуть-чуть думала, они будут чуть-чуть другие, но ничего. Нормально. Сейчас я дополню композицию. Вот. В общем, вот такие вот у меня, друзья, покупки. Сейчас я наряжу комод. И завтра, послезавтра будем с вами уже наряжать елку. Осталась мне только елочка, все остальное наряжено. В общем, из того, что есть, друзья, в магазинах, здесь я выбрала декорации для Нового года. Вы, как все знаете, многого у нас нет. Вот, поэтому из того, что было, в общем, сделала несколько композиций. Все вам покажу. Сейчас доделаю и обязательно все вам покажу. Елочки поставлю. Значит, вот эти вот елочки, которые поменьше, они 15 сантиметров. И вот эта большая 20 сантиметров. Ну, в основном их, знаете, покупают для композиции или там поставить где-то. Можно вот так три поставить. Но еще желательно бы к таким елочкам где-то рядом домики какие-то поставить, чтобы красивенько было, не только три елки. Вот. Так что вот так вот, друзья, занимаюсь творчеством. Все, дорогие друзья, спасибо, что были со мной, смотрели это видео. И обязательно скоро увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.